Приветствуем вас, друзья! Несмотря на все сложности, мы все так же продолжаем делать для вас видео, в которых рассказываем о самых важных событиях из жизни знаменитых и талантливых людей. Этот год стал настоящим ударом для многих. В том числе из-за того, что именно в этот год мы потеряли очень много поистине великих людей, которые посвятили свою жизнь развитию культуры нашей страны. Ежедневно мы получаем подобные сообщения и вынуждены констатировать, что уходит великая эпоха. К несчастью, и сегодняшний день не стал исключением. Умер военный корреспондент РИА ФАН Кирилл Романовский. Сообщается, что Романовский много лет боролся с опухолью мозга, которая стала последствием ранения. Имя Кирилла Романовского стало известно после убийства в 2018 году российских документалистов Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Архана Джемаля, которые поехали в Центральноафриканскую Республику снимать документальный фильм про ЧВК Вагнера. По данным центра, досье, Романовский передал журналистам контакты некоего фиксера по имени Мартин, который якобы должен был помочь им с организацией съемок в ЦАР. Когда журналисты ехали на встречу с ним, их убили. Центр, досье пришел к выводу, что за передвижениями журналистов следили люди, связанные с Пригожиным, и что фиксер Мартин мог быть выдуманным.